Здравствуйте, дорогие слушатели университетских суббот. Меня зовут Фарид Нагимов, я преподаю в литературном институте на кафедре литературного мастерства и приглашаю вас в субботу, 14 ноября, 14:00 на практикум по созданию оригинального литературного образа. Как создать героя, героиню нашего времени? Мы проведем интерактив. Поиск героя третьего десятилетия 21 века. В ходе прошлого мастер-класса «Литературный лайфхак» я предложил слушателям домашнее задание – написать этюд, рассказ, героем которого станет обычный бомж, бездомный человек из низов общества. Личность, казалось бы, неинтересная рядовому читателю. На этом практикуме мы подробно разберем присланные работы и постараемся понять, как правильно создавать литературный персонаж, который вызовет искренний интерес у современного читателя, поведет за собой, вызовет сочувствие и так далее. Лекция будет идти в прямом эфире, и любой желающий сможет присутствовать совершенно бесплатно, задавать вопросы. Для участия нужно зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию вы найдете под этим видео. До встречи!